Всем привет! Мы на нашем участке. Дети уже сидят в телефонах. Погода, прелесть, небо голубое, солнышко. Папка, помаши. Помаши ручкой, папка. Да, а дети уже по местам. Вот так вот. Вот клубника, которую в прошлый раз я обрабатывала. Ну, убирала сухие листья, полола. Тут в некоторых местах пробивается чеснок, который в прошлом году не вылез. Решил в этом году вылезти. Вот, 2 недели не были. Вот тут лук уже начал тоже вылезать. В прошлый раз я грядку сделала под кабачки. Кабачки еще рано сажать. Вот это лопух вылез. Так, вот здесь вот лучок уже тоже начал вылазить. Здесь. Так. А этот чеснок, который сажали прошлой осенью, в начале осени. Свежий чеснок. Тоже еще не весь повылазил. Вот, а это небольшая грядочка щавеля. Тоже уже растет. Сажала в прошлом году. Летом. Он, так как он многолетний, вот начал расти сейчас еще. Так, а здесь такая небольшая грядочка. Это, видимо, не знаю, кошка, может, выкопала. Кошки здесь, кот соседский приходит. Снова надо закопать. Так. Будет убраться в беседке. Пока это все вот так вот выглядит, качели тут. Надо будет вытаскивать их, ставить на место. Тут мужа, всякие инструменты. Бардак полный. Все выметать надо будет. Короче, приводить порядок. Наводить порядок в беседке. Вот, повесили качели. Вот это вишня. Листики только-только начали распускаться. Так, сейчас надо будет убрать сухие листья. Свет, идем! Вот такой вот русский огород. Жара. Раннеспелый, с нежной мякотью. Вот такой вот небольшой у меня участок. Сейчас буду сажать. Прикинь, семена редиски крупные. В прошлом году, я помню, были такие мелкие-мелкие, черненькие. А это, смотри, какие вообще другие. Так странно. Ходит, водичку попивает. Как будто пивко. Прям с таким удовольствием прям смакует. Конечно. А ты снимаешь, что ли? Да. Сейчас запись идет? Да. Да. О, блин. Привыкай. Немножко косовато получается. Нормально? Да ладно, пойдет. Что тут? На выставку, что ли, посылать народному хозяйству. Слушай, а это ты лук сажала здесь? Да. Ты видишь? Смотри, пожалуйста. Его поливать, может, надо все-таки? Ну. Дождик, мне кажется, пока что достаточно. Пока что. Земля тоже сухая. Крышки там еще сильно. Хотел поднять. Думаю, сейчас, ах, как быстренько так раз подниму. Легонечко. Ой, так слишком не надо. Не надо, Лена. Не надо.
Я молчу. Катя, сюда прям. Сама приехала. Блин, надо было как бы вот так вот раз быстренько. Что, прямо же, прямо. А я не могу, тихо, подожди, нет. Молодец. Почти получилось. Так, теперь берем семена. Вот, такие вот семена. Крупненькие даже в прошлом году. Такие мелкие-мелкие были. Так, да? Вот, вот эти вот как-то вот можно посадить отдельно. Побольше расстояние делаем. Ну, нормально. Ставь, они же это, редиска. Ну, а то в прошлом году посадил. Ну, там еще семена хотя такие, говорю, мелкие были. Я так их посыпала. И она прям часто-часто росла. Я думал, ты здесь морковку будешь. Ну, это в прошлом году я здесь морковку сажала. Так, как ты у меня? Сколько их тут? Блин, руку испачкала. Как теперь буду семена брать? Не знаю. Наверное, палочку. Так вот, палочкой дырочки сделаю. Сделаю такие вот дырочки. Вот, смотрите, у меня какие ногти уже. Где ногти у меня сломался, который вот я наращивала гелем. Что-то я не стала его заново делать. Просто забыла, сделала один слой. Обычно делаю два слоя. Сделала один слой. У меня сломался. Так. Другую палочку, а то земля прилипла на нее. Все, сделала дырочки. Сюда. Сюда. Сейчас покидаю семена теперь в них. И просто засыплю землей. И поливать уже не буду. Так, здесь еще тут нету. Вот перерывчик. А, у него фото. Капец, все в телефонах. Где написано? Дочка вон убирается. Молодец. Умница, дочка. Давай, давай. О, тут у соседей абрикос цветет, как красиво. Здесь посадила укроп. Такая вот сделанная гряночка. А здесь морковку посадила.